Решить проблему дефицита рабочих кадров в Восточном Казахстане намерены за счет госпрограммы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Сегодня в регионе не хватает 13 тысяч специалистов. Краткосрочные курсы по переподготовке кадров сейчас ведутся в 33 учебных заведениях области. В Зыряновском районе в этом году бесплатно рабочую специальность смогут получить 60 человек. Валентина Прокопенко благодаря государственной программе смогла осуществить давнюю мечту. Сейчас она проходит краткосрочные курсы, постигает азы швейного дела. Девушка признается, что с детства мечтала создавать красивую отечественную одежду. Моя профессия – портной. Выбрала ее по своему желанию, мечтала с детства шить для себя одежду. Учусь и бесплатно, получаю стипендию повышенную. За счет госпрограммы любой желающий может получить дополнительную профессию или открыть пусть и небольшой, но собственный бизнес. Причем обучение совершенно бесплатное. Да и к тому же государство слушателям выплатит стипендию. К слову, в Зыряновском районе краткосрочные курсы по переподготовке кадров ведутся на базе двух колледжей. Кроме того, созданы мобильные группы педагогов, которые выезжают в отдаленные села для обучения безработных. В рамках этой программы по Зыряновскому району прошли краткосрочное профессиональное обучение 284 человека. Из них 107 человек прошли на базе мобильных учебных центров. После окончания обучения, это от 1 до 6 месяцев, в основном 3 месяца, ребята и участники обращаются за содействием в трудоустройстве. В этом году вот ребята, которые завершили обучение, трудоустроены по направлению центра занятости 52 человека. Обучение осуществлялось по дуальной системе, то есть теоретические знания давали наши преподаватели, а на практику они были распределены по крестьянским хозяйствам. Все успешно закончили, все успешно сдали экзамены. В области краткосрочные курсы осуществляются в 33 колледжах. Мобильным обучением до 2021 года планируется охватить около 7 тысяч человек. Екатерина Зайцева, Аслан Тулепов, Восточный Казахстан. Казахстанская область, Хабар 24.